Предварительный мастер-план по развитию Хабаровска на ближайшие 7 лет представлен общественности. В нем собраны идеи от жителей и экспертов, как сделать краевой центр Хабаровск более комфортным и современным. Представленные проекты оценены в 1 триллион рублей. Подробности далее. 2173. Столько предложений по улучшению Хабаровска собрали волонтеры общественных советов по развитию города. Большинство из них касаются благоустройства, озеленения, модернизации общественного транспорта. Самые интересные и перспективные предложения включили в мастер-план развития краевого центра до 2030 года. Вот то словосочетание «человекоцентричность», когда человек в центре внимания, а мы власть. Администрации города, правительства Хабаровского края, которые работают над тем, чтобы всем жителям города Хабаровска было комфортно. Промежуточный мастер-план города мэр представил губернатору региона на заседании общественной палаты. Предполагается, что все районы города станут самодостаточными и многофункциональными территориями. В каждом из них сформируется необходимая инфраструктура – магазины, парки, развлекательные комплексы. Все это получит статус центра городской жизни. Добраться туда из любой точки района можно будет пешком за 15 минут. В каждом из центров появятся свои знаковые объекты, которые станут точками притяжения для жителей районов. Например, якорными проектами для своих районов стали реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров, строительство комплекса речного вокзала, а также спортивно-досугового центра в парке Дома офицеров флота. В южной части города на месте неиспользуемых промышленных территорий и пустырей будет создан зеленый пояс, парки и скверы с выходом к Амуру. Также в мастер-план включили новый жилой и бизнес-район рядом с дамбой в индустриальном районе. Ее рабочее название – город. И на сегодняшний день объем проекта мастер-плана развития Хабаровска уже 700 страниц. И горизонт планирования реализации 2030 год. Предварительный объем средств для его реализации 1 триллион рублей. Это и бюджетные, и частные, и банковские деньги. Итоговый вариант мастер-плана осенью на площадке Восточного экономического форума губернатор Хабаровского края представит президенту России. Арина Солдатенкова, Вячеслав Банчужный, телеканал «Губерния».